У доброго мужчины женщина в цене. Она его богиня, он счастлив рядом с ней. Она как покрывало хранит его покой. Он с нею расцветает и летом, и зимой. И ценит каждый миг он, тот, что дарит судьба. И восхищаясь ликом и нежность ей даря, он защищает смело от грома и дождя то хрупкое создание, что ценит он любя. Мужчина понимает, что женщина как дар ему дана однажды, чтобы любил и согревал. Тогда его обитель наполнится теплом, и радостью и светом прекрасен будет он. А если он ничтожен, то будет обижать, и женщину, что данно, не сможет уважать, разрушит все, что строил, по глупости своей, и будет очень серо влачить остаток дней. Он причинял ей слезы, он причинял ей боль, и с очень гордым видом считал, что он герой. На самом деле жалок такой вот организм, не может дать он счастья, в нем гнилостный цинизм. Не обижайте женщин, они ваш огонек, и без любимой помни, ты очень одинок.